hırsızlığı. Yani birçok arkadaşımız canın dışına takar. Önemli bir medya örgütlenmesi var. Alanya Gazeteciler Cemiyeti Türkiye. Gövdet Zamanoğlu ama Haber Alanya'nın sahibi ve şu an bir görev yapım varsa önünde bir bölge ve parlamak bu noktada ve bu ilerçeliği, bu davranı ve sözlerimizde başlayışları arayıp ben bizimle hızlıca gönderdiğimi anlayıp görüyorum. Всем привет, дорогие друзья! Я нахожусь в Аланийской крепости. Сегодня мы приехали на завтрак в один из ресторанов, который находится на набережной, потому что сегодня 10 января и день журналистов в Турции. Поэтому приглашаю вас прогуляться с нами по крепости, посмотреть прекрасные виды. Как вы видите, погода очень солнечная, жарко. Сейчас 10 часов утра, но очень тепло. В тени, конечно, прохладно, но на солнце тепло. Посмотрите, какая красота. Просто невероятно здорово. Поэтому, друзья, приглашаю вас позавтракать вместе с нами. Если завтракаете, всем приятного аппетита. И прогуляться по январской Алании в эту прекрасную погоду. Сейчас мы находимся около Красной башни. Музей открыт с 10. Вот вы видите, приехали работники. С Красной башни открываются очень красивые виды, поэтому когда будете в Алании, обязательно приходите. Ну а сейчас я вам покажу апельсины. Сейчас время апельсинов в Алании. Здесь вот, кстати, прям если спуститься от Красной башни по вот этой деревянной лесенке, есть старый хамам. Вот вы видите, сохранилась крыша. Его вы также можете посетить. И вот чуть дальше, вот здесь вот находится небольшой музей. Это цистерна. В Стамбуле, многие, наверное, слышали, есть большая цистерна. Вот вы ее тоже можете посетить, пока музей закрыт. Но это очень-очень старые здания. Очень много отреставрированных, вот, например, турецких домов. Ну и, конечно же, сверху я видела апельсиновый сад. Сейчас мы посмотрим. Сверху смотрелось очень красиво, а внизу пока я их не вижу. Здесь есть в кафе небольшие... А, вон они, апельсинчики. Есть небольшие... В крепости есть небольшие кафе. Посмотрите, апельсины. Апельсины прям на земле. Ой, сколько апельсинов. Обалдеть. Апельсиновый сад. Здесь летом обычная кафешка, но сейчас закрыто, никого нет. Посмотрите. Свежие апельсины. Никому не нужные. А мы их покупаем на рынке. Ай, уже все сгнили. Вот они, солнечные аланийские фрукты. Так классно находиться в крепости, кстати, когда нет туристов, потому что сейчас рано, будничный день, и никого нет. Кстати, спускаясь от Красной башни, когда вы спускаетесь по этой небольшой тропинке, можно попасть на пляж. Это единственный вход на пляж около крепости. Очень мы любим этот пляж. Здесь вы спускаетесь к воде. И чтобы попасть на пляж, сейчас я вам покажу, правда, немножко солнца. Чтобы попасть на сам пляж, нужно пройти за угол, и далее уже вы попадете на сам пляж. Посмотрите, друзья, какая красота. Ну, давайте
Пройдем дальше. Я покажу вам виды, другие виды, виды со смотровой площадки. Посмотрите, какие красивые камни здесь. Просто невероятная старина. Очень люблю я Аланийскую крепость, когда бывает возможность. И на выходных, кстати, мы стараемся приходить сюда. Посмотрите, апельсины везде, везде, везде лежат. Апельсины, огромные здесь сады. И оливковые деревья, конечно же. Оливки уже все собрали, засолили. Оливки собирают в ноябре месяце. В этом году немножко поздно их собирали. Сейчас мы с вами поднимемся на смотровую площадку. Солнце немножко не в той стороне, где бы хотелось. Но сейчас я вам... Мне уже звонит Айхан, потому что нас пригласили на завтрак. И пока идет торжественное мероприятие, я хожу по крепости. Вот, посмотрите, какая красота. А сейчас мы пойдем завтракать вот в тот ресторан на набережной. А. Мы уже в ресторане, и нам подали вот такой вот потрясающий завтрак. Кто не знает, вот эти вот турецкие булочки называются пиши. Это просто тесто в масле, но они нереально вкусные. Еще здесь есть оливки, сыры, помидоры, разные колбасы, варенье. Ну и, конечно же, турецкий хлеб. Поэтому, друзья, еще раз всем приятного аппетита. Дорогие друзья, также на завтраке с нами присутствует мэр Алании Адам Мурат Юджель. И мы хотим его поблагодарить за прекрасную Аланию. И он приглашает вас всех в прекрасную Аланию. Ben teşekkür ediyorum. Dünyanın en güzel, en mutlu, en huzurlu, en güvenli şehrine tüm dünyayı davet ediyoruz. Добро пожаловать в Аланию. Вот в таком красивом месте у нас проходит завтрак, прям с видом на крепость, на судоверф, ну и, конечно же, на Красную башню. Очень классная погода, как я уже говорила, друзья. Море плюс 18 градусов. Кое-кто осмеливается купаться, но, конечно же, я не осмелюсь. Вот так вот выглядит ресторанчик. Сейчас я вам покажу, здесь на стенах ресторана есть старые фотографии. Старые фотографии Алании. Алания, какой мы уже никогда не увидим. Вот крепость, лодки, пляж, наверное, года 80-е. Тоже, посмотрите, ничего не застроено, наверное, тоже 80-е года. И наверху крепости тоже пусто. Причал около Красной башни, сама Красная башня. Моряки, ну они как были, так и остались. Лодочки. Айхан, ne yapıyorsun? Yürüyorum. Ha? Yürüyorum. Ben seni görmüyorum. Canlı yayın yapacağım. Canlı yayın yapacağım. Canlı yayın mı yapacaksın? Evet. Tamam. Вот в такую прекрасную погоду, друзья, все завтракают. И сейчас я вам покажу, кто из вас. Hello, Russia. Tekrar. Hello, Russia. По-русски? По-русски не деньги, нас остальные. Привет, Россия. Привет, Россия. Привет, Россия. Пока. Когда вы хотите дойти до маяка, вы можете повернуть около Красной башни. Здесь стоит памятник Ататюрку. И идти далее в сторону портового вокзала. Проходите мимо машин и поворачиваете направо. И здесь
прекрасная, красивая дорожка, которая и идет на маяк. Сюда, кстати, нельзя заезжать на машинах, на мотоциклах. Запрещено заезжать на велосипедах. Ну, многие заезжают. И многочисленные огромные круизные лайнеры, когда приходят в Аланию, они останавливаются именно вот здесь. Вот на этой вот, на этом причале они останавливаются. Ну, а вот эта вот дорога, красивая, живописная, идет до самого конца и до маяка. Кажется, что далеко, но на самом деле нет. Очень хорошие, красивые виды, кстати, отсюда открываются на Аланию. И когда вы идете туда, открывается вид на Махмутлар, на Обу, на Тосмур, на горы. А когда вы возвращаетесь с маяка, то вам открываются просто потрясающие виды на Красную башню, крепость, на судоверфь и на море. Поэтому, друзья, если когда вы в Алании, обязательно приходите сюда. Здесь тоже очень-очень красиво. Как вы видите, солнышко уже начинает прятаться за облаками. Ну, зима, погода переменчивая, поэтому это нормально. Ну, а мы возвращаемся дальше. Айхан там уже делает прямой эфир на Фейсбуке, поэтому если вы не в нашей группе на Фейсбуке, заходите, ссылка в описании. Еще раз покажу вам набережную, посмотрите, как здесь красиво. Просто невероятно. И совсем нет ощущения зимы, как вы понимаете, потому что снега у нас нет. И зимой в основном стоит теплая погода. Ну, кстати, 3 дня последних было солнце. 2 дня обещают дождь. И потом опять будет солнце. Вот Айхан в прямом эфире. Кто еще не в нашей группе, заходите. Рассказывает на турецком. Иногда прямые эфиры я делаю, но я их делаю на английском. В центре самой Алании очень много достопримечательностей. И после того, как вы сходили на маяк, вы можете сходить в традиционный турецкий дом, который открыт прямо в центре Алании. Вход бесплатный. Это дом культуры и гербариум. Вот от Аланийской Красной башни проходите мимо магазина с коврами. Это, кстати, тоже отреставрированный традиционный турецкий дом. Давайте зайдем. Вот смотрите, такие почтовые ящики. Можно до сих пор отправлять письма. Здесь продают ковры. Также можно зайти и полюбоваться архитектурой этого дома. А прямо за этим домом с коврами расположен еще один традиционный турецкий дом, который отреставрирован мэрией Алании. Это дом культуры и гербарий. Сюда вход бесплатный. Принадлежит, как я уже сказала, мэрии Алании. Очень красивое место. Когда вы сюда входите, вы попадаете как будто в какую-то другую, не то чтобы эпоху, но в какое-то другое место. Потому что вы находитесь в центре города, а попадаете в уютный дворик с красивой архитектурой. Вот посмотрите, здесь и апельсины растут. Какие-то красивые травки. Все очень отреставрировано. Я, кстати, очень-очень люблю вот такие вот традиционные турецкие дома. Очень красивые. И вот здесь вот вход в сам гербарий и дом культуры. Но, мне кажется, больше интерес здесь представляет не сам гербарий, потому что он достаточно маленький, а непосредственно вот этот вот красивый дом с садом, с апельсинами и с видом на Красную башню. Можно пройтись выше. Нет. А, да, друзья, можно подняться выше. Посмотрите, я здесь была последний раз, наверное, лет 5 назад. И здесь растут
Посмотрите, сколько апельсин в кактусах. И здесь растут какие-то невероятные кактусы и апельсиновые деревья. Такое ощущение, что ты не в центре Алании, а попал, ой, в какую-то другую местность. Просто невероятно красиво. Вот такая вот она, Алания, друзья. Необыкновенная. Я живу здесь уже очень долго, но можно гулять каждый день и открывать для себя какие-то новые места. Ну, а здесь расположен обычный жилой дом. Туда мы уже не пойдем. Представьте, какое это ощущение здесь жить. Около Красной башни, в центре, но как будто ты находишься где-то на окраине или в небольшой деревушке. Поэтому обязательно приходите сюда, когда будете в Алании. Ну и даже если вы живете в Алании, очень здесь красиво прогуляться. И фотографии, я думаю, здесь тоже получатся невероятно яркие, такие аутентичные. Вот, наверное, работник гербария готовит суп. Ну, а мы выходим. В гербарий я не зашла, поэтому, если хотите узнать, что там внутри, приходите сами. Дорогие друзья, вот такой неожиданно интересная прогулка у нас получилась. И вкусный завтрак. Поэтому всех приглашаем в Аланию в любое время года. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, комментируйте. Постараемся ответить на все ваши вопросы. Айхан передает вам привет. Привет. И до встречи в новых видео. Всем пока-пока.